Коллеги, Retail Tech снова в эфире. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Здравствуйте, я являюсь представителем сети пекарен «Хлеб и Тандыр», директор по развитию бизнеса. Расскажите, что вы делаете на выставке, ищете какие-то интересные решения, ищете партнеров? Да, я немножко скажу. Наша бизнес-модель – это интеграция с сетями, с магазинами. Мы размещаем свои пекарни на территории магазинов. И в связи с этим понимаем, что нам необходимо быть более технологичными, необходимо внедрять новые решения и высвобождать людей. В связи с этим мы здесь, собственно говоря, поэтому я здесь. От выставки, от мероприятия в большом восторге. Такая получается централизована в одном месте огромная людей, где сначала идет мозг, интеграция технологий, а после идет все остальное. Вот. Очень плотный график мероприятий здесь, и хочется везде побывать. Вот. Уже обменялись контактами, для себя я нашла решения, которые, я думаю, в последующем будут реализованы. Здорово. У нас приходят разные спикеры, рассказывают о своих продуктах. Я так понимаю, что здесь можно будет найти какое-то решение в духе 21 века. Все технологичное, все IT. Я надеюсь, ваша компания тоже найдет здесь партнеров, которые помогут расширяться и стать более цифровыми. Скажите, как проходит уже ваш первый день? Какое настроение, чего вы ждете, в принципе, от выставки? И насколько сильно вы понимаете, что наша IT-сфера все больше и больше будет развиваться в ритейле? Ну, для себя я уже здесь нашла несколько решений, как ранее озвучила. Это облачное видеонаблюдение, которое позволит, как мы обсудили, надеюсь, с будущими партнерами, возможность распознавать теплоту хлеба, что позволит нам удаленно видеть, понимать, что продукция на витрине теплая. Да, они, конечно, так, ну, заинтересовались, но обсудили, то есть это возможно реализовать, да. Далее, это интересное решение тоже, что по видеонаблюдению они отслеживают распознавание лиц, то есть трафик. Мы сидим так, как мы сидим на трафике сетей, для нас это очень важно. Поток людей, которые проходят через нашу пекарню. Тоже обсудили возможность этого реализации. И наличие товара на полке. Вот. То есть для нас очень важно, так как мы подписываемся под определенные условия с сетями, для нас очень важно, чтобы товар был бесперебойно. Производство идет в шоу-процесс на месте, поэтому для нас это очень основное. Вот, собственно говоря, один из моментов, который обсудили уже. Вот. А еще вопрос? Да, замечательно то, что в 21 веке все очень любят горячую прекрасную выпечку, и теперь можно будет онлайн посмотреть, насколько теплый и насколько свежий хлебушек, и заказать его себе домой. Спасибо вам большое, надеюсь, что выставка подарит вам интересные контакты, и надеюсь, до встречи в следующем году. Спасибо большое, всего доброго, успехов.